будет сегодня первый запуск игры бета-версии Call of Duty Vanguard. Итак, начинаем. Так, вот оно. Остался один день и 18 часов. Угу. Так, бета-тест Vanguard. Добро пожаловать в бета-версию Call of Duty Vanguard. Мы надеемся, что вам понравятся нововведения, которые мы внесли в сетевой режим. Новые карты, режимы, интерактивная среда и многое другое. Ждем ваших отзывов. Удачной и интересной игры. Так, сейчас минутку. Кое-что сделаю на канале. Так. Так. Так, ну дальше сейчас пока читаете описание, кому интересно. А мне нужно кое-что здесь. Так. Так, ну все, собственно, можно продолжить просмотр. Так, что тут? Добавлены новые режимы. Ни шага назад, сегодня был добавлен новый режим. Не найти и уничтожить. Откройте для себя классический режим Call of Duty, переосмысленный для Vanguard. А также продолжите сражение в битве чемпионов, патруле и основных сетевых режимах. Попробуйте прямо сейчас в разделе «Быстрая игра». Так, отзывы. Спасибо за игру и за ваш отзыв об этой версии Call of Duty Vanguard. Если вы столкнетесь с какими-либо ошибками, ну все понятно. Так, собственно говоря, вот оно меню. Есть два режима, я так понимаю. А, нет. Есть пять режимов, патруль. Заработайте очки для своей команды, захватывать, удерживать, найти и уничтожить. Вот это убийство подтверждено, превосходство, командный бой. Так, что еще есть? Комплекты заблокированы. Серия убийств также заблокирована, кроме вот двух. Планирующая бомба, сброс планирующей бомбы, которую можно управлять. Все противники вместе со взрывом мгновенно погибают. И боевые псы. Стандартный, в общем-то, набор, полевые модификации. Установка ящика с патронами, снаряжением, которые могут пользоваться все бойцы вашей команды. Так, ну это предзаказ, так понимаю. Меню. Что о меню? Так, сразу под себя чуть-чуть поднастрою. Так, это он постоянно, а мне нужно постоянный бег.
Так, ну ладно, я разберусь попозже. Аудио. Голосовой чат отключаю, чтоб... Кросс-платформу отключаю сразу. Мне это не нужно. Мне не нужны читаки и всякая подобная мразина, которая попадается на моем пути. Так. Ну, собственно говоря, все. Можно попробовать погнать каточку. Битва пары. Связание отрядов. Попробую быструю игру. За то, что несколько каток проведет в бета-тестирование Vanguard, вот этой вот игры, получит скин какого-то там персонажа. Он там в краповом берете, я еще не получил ничего, сказали потом, со временем дадут. Это как было с Адлером в Call of Duty Black Ops. И, по-моему, еще и другой какой-то. Modern Warfare тоже там выбирали одного из трех персонажей. По-моему, Капитан Прайс, Соуп, еще кто-то. Так, командный бой. Надеюсь, не опозорюсь. Вот это начало. Командный бой. Уничтожьте всех врагов. Да, это будет славный мордобой. Мы впереди. Прикольно, кстати. Это свой, блин. Так. Вот это начало. Да уж, блин. Чувствую. Жесткая игра. Откуда, блин? Неужели... Я ни хера не понимаю, где тут чужие, где свои. Вообще пипец какой-то. Капец. Ни одного килла не сделал. Что-то слишком жесткая какая-то она. Есть килл. Блин, я вроде стрелял куда надо и... Ну, первый килл. А, даже два килла. Я его что, не убил гранатой? Капец. Жестко. Гулять. Блин, ну автобега нету и хреново. Надо будет бинты потом поменять. Как его не... Вот тут я должен быть где-то. Готов. Блин, что я делаю?
Жестко, жестко, жестко. Жесткое начало. Слишком маленькая карта. Ах, ты, сука, сзади. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Фу. Так, может быть, комплект поменять? МП-40. Ну, конечно, тут сзади крыса, блин, снич. Может, тоже покрысить, блин? Поражение. Нет, это совсем никуда не годится. Да, это микрофон. Микрофон беспроводной. И из-за этого щелканье слышно. Так, вот такая вот была первая катка. Такое себе. Доступна новая зона патрулирования. Так, МП-40. О, новая карта. Сталинград. Мы ведем, не сдавайтесь. Зона патрулирования у нас. Ой-ой-ой. Капец. Зона патрулирования ничья. Ой-ой-ой. Ну капец. Зона патрулирования у врага. Они вышли в лидеры. Ну, эта карта вроде побольше, чем предыдущая. Вон он. Зона патрулирования пуста. Так, это наша зона. И что делать? Блин. А, вот он. Собака. Не заметил.
Есть. Готов. Мне кажется, или боты тут, блин? Как-то... Это был чужой? Капец. Ой-ой-ой. Понял. Слишком плотный огонь. Да я слышал, да, блин, надо будет потом убавить мне этот звук. Я-то сам в наушниках, если что, я их не услышу, эти звуки клацанья. Я сам в наушниках сейчас сижу, я их не слышу, звуки. На видео, да, скорее всего, клацанье слышно. Я просто беспроводные наушники подключил, там этот стоит. Сейчас. Микрофон в самих наушниках. Блин. А, вот все. Ой-ой-ой. Да ш... Капец. Не высунуться. Слишком плотный огонь. Да что ж такое-то, блин? Не, я вообще не слышу никаких хрустов, никакого хруста я не слышу в самой игре сейчас. Я на видео потом посмотрю. Самого хруста вообще никаких этих... Ух ты. То есть в самой игре я слышу исключительно только игру, никаких потусторонних там... Прочих звуков нет. Я чуть не понял, вон оранжевый за нас побежал какой-то. Где тут враги вообще? Ну хорошо, я потом послушаю. Я стримлю как раз и это. Потом заслушаю. Посмотрю, что-то как. Исправлю, так сказать. Блин. Зона патрулирования пуста. Это какой-то киберспортсмен забежал как-то. Чувствую, сзади кто-то. Есть. Сейчас я настрою, посмотрю, что там да как. Сейчас, может быть, убавить звук самой этой. Самой приставки. Может быть, поможет. Спасибо.
Так. Так, сейчас. Громкость микрофона. Да, у меня, кстати, это микрофон на максимум был. В наушниках есть баланс, чат, игра. Сейчас. Звук чата. Есть вот, смотри, все звуки и звук чата. Выход на наушники. Это оно, смотри. Нет, не оно. О, гость пришел. Блин. Короче, ко мне присоединился здесь партнер. А? Не понял. А, да блин, знаешь, что делал? У меня микрофон, короче, на максимум был этот. Слышно. Когда мы с тобой играли. Так, если что, смотри, это Vanguard бесплатно раздают боевой этот. 2 дня, по-моему. Я уже 11 киллов настрелял в одной катке. Ну тут я не понимаю, они бегают, короче, то за нас, блин, оранжевый бегает, его, оказывается, надо убить. И так далее. Такое ощущение, что я всех подряд стреляю. Ну, вроде неплохое такое движение. Настройки уже сделал. А, стоять! Аудио. Блин, надо потом. Патруль, идите. Ладно, к цели. Потом сделаю. Ну, держитесь. Это испытание не для слабых духов. Есть новая зона патрулирования. Сидр кончен. Идем. Кидаю гранату. Бросаю глушилку.
Зона патрулирования наша. Мы лидируем. У них зона патрулирования. Патрулирование наше. Есть. Эти ублюдки меня прижали! Граната! Чё, как тебе, Влад, игра? На втором месте. Зона патрулирования у врага. Я не понимаю, они какие-то легенькие. Блин, это чужой. Зона патрулирования у нас. Кинул глушилку. Кидаю гранату. Ну я потом посмотрю стрим, что там такое. В небе их разведчики шпионят за нами. Защищайте зону патрулирования. Зона патрулирования у врага. Прям на изи меня чпокнул. Бросаю глушилку. Зона патрулирования у нас. Блин, мне нравится. У меня сейчас тут где-то зона патрулирования у врага. Ладно. Зона патрулирования наша. Уничтожение. Контакт в зоне патрулирования. Ох ты, сзади, сзади, сзади. Снич. Я пока не понимаю, где тут кто. У них зона патрулирования. Бросаю гранату. Товарищи, я получу ракетку. Граната не долетает как-то, блин. Еле летит она. Зона патрулирования наша. Оглушающая пошла. Зона патрулирования. Ой. Защищайте вот зону это патрулирования. Да. Это было неплохо, да? Как я его? Зона патрулирования у врага. О-о-о. Надо было гранату кидать сначала. Нужны подробности? Я вернулся! Двойное убийство! Опа, зона патрулирования у нас! Пришли да, глянь, бессмертный разведки. Какой-то! Защищайте зону патрулирования! Так, здесь надо гранату где-то кинуть. Не запустили Голиаф. Кидаю гранату. Бросаю глушилку. Они теснят нас. Фух. Зона патрулирования наша. Отлично, отлично, отлично. Бросаю глушилку. Опять этот снайпер. Разорвало прям. Впереди! Зона патрулирования у врага. Мы отс...
отступаем, но не сдаемся! Защищайте зону патрулирования! Ну наш пробежал, и на этом все. Зона патрулирования наша! Граната долго взрывается, что-то. Кинул глушилку! Запустили галеон. Капец, мы проигрываем. Эти ублюдки меня прижали! Блин, респаун непонятный тут какой-то. Только возрождаешься и сразу убивают. Мы ведем, не сдавайтесь! Защищайте зону патрулирования! Удерживайте зону! У нас преимущество! А мы уже ведем. Прижали, сволочи! Прижали. У них зона патрулирования! Бросаю глушилку! Блин, не оглушил даже. Пошел! Зона патрулирования наша! Патрулирование наше. Защищайте зону патрулирования. Оглушающая пошла. Сучка. Есть подробности. Зона патрулирования у врага. Возмездие. Бросаю глушилку. Кидаю гранату! Зона патрулирования наша! Ну такая легенькая, лайтовая, да? Смотри какой! Ой-ой-ой! Ой, что-то херово мне! Победка. Третья подряд. Похвалите себя сами и возвращайтесь. Ладно, знаешь, что сделаем? Четверо сразу? Черт, я хорош! Шестое место среди команд. 22 килла. Доступ берем. Во, Голиаф. Так, оружие не открывается. Доступ 4 уровень. А, ну тут уже. Раз.
там не бесит, что там смотри, допустим, там план. Сейчас. Я думал вообще прям жопа там. Ну я думал, что вообще жопа, типа, блин, невозможно слышать. А так, ну вроде не. Ну хрен его знает. Даже можно микрофон чуть-чуть пало по это. Ну клацает, потому что микрофон Сталин джойстик. У меня ж не. Так, ну чё, пусть... Убийство подтверждено, вот? Кстати, этого персонажа дать в игру мобайл версии за то, что тестирование поиграл. Он автоматически бегает, я настроил. Но он бегает как угорел, вот я видел. Оружие в одной руке и побежал. Пинг 71. Будет вообще так щелкать. О, все с джойстиками. Потому что этот отключил. Как его? Кросс-платформ. Сейчас смотрел видос. Говорят, в киберспорте за джойстиками. Это будущее. Да? Love you. Я не слышно. Я отключил голосовое. Я вот с этим делаю. Убийство подтверждено. Ликвидируйте всех врагов. Надеюсь, вы любите сложности. Бей оранжевых. Океанский этот. Япония. Обращай внимание, где убили синего, допустим, нашего, вот тогда и беги. Он сейчас готовься. Стреляй! Хорош. Иди, иди, иди. Забирай. Эти ублюдки меня прижали! Жетон не забрал. По-моему, не зачтется ни хера, если не собрал. Да? Жетон возвращен. Твоих убил. Ты говорил. Ну я думал. Они вызвали собак! Бросаю оглушающую! Собаки, блин, тут тоже что за собаки, кстати, запустили. Слева. Слева! Хорош! Блин, собак слышу.
задолбали, это какая-то, я не знаю, читерская херня. Угу. Да сука. Нет, это собака. Он, мне кажется, он один собак выпустил, блин, и все, и сидит там где-то в засаде. Вон он, справа, справа, слева. Я увидел. На 12 часов. Стреляй. Нет там никого. Это за бункере, они там где были. Гля, пропускай. Л1, Р1. Я их бросаю, гранату! Л1, Р1. Вместе. Подбирай, подбирай. Убийство. Ну зато подобрал жетон. Молодец. На тебе печеньку. Ой, я печеньку. Чипсу. Вот он, побежал, побежал. Давай. Мне кажется, это, ну, какие-то они легкие, согласись. Угу. Мне кажется, тут боты, блин, половина. Не пойму, откуда. Дай гранату. Гранату не забери. Подбирай. Смотри, вон, на стреле. Подбирай, подбирай. Хорош. Выпускай Голиафа. Вот, вот он. Я не знаю, что это Голиаф, но он должен выпустить. Выпусти его. Запускаю Голиаф. Все, поехал. Вот это поехал. Давай, давай, поехал, поехал. Поехал. Едь, едь, едь. Да что за... Ну, он где? Я не мог ехать. Мне кажется, как раз стал, что застрял. Голиаф выпустил меня. Знаешь, я Голиафа ожидал увидеть из этого. А, я понял. Скаловите мобайл Голиафа, а не вот этого вот. Ты уже идешь на другой этот. Ой, блин. Ну, почему убийство не засчитают? Почему не засчитают, да? Я думаю, засчитали. Беги на жетоны. Там смерть. Там смерть. Слева не... Слез, слез, слез! Давай, давай, не прекращай огонь. Давай, стреляй! Спина! Повернись! Я думал с другой, я думал с двери. Капец, мы сосёт. Чипсу для того, чтобы килы сделать. Давай, готовься, готовься, он там должен по-любому. Кидай гранаты, не забывай. Они что-то кстати из лапы долетают. Вон он, вон он, вон он. Это а, свой. Ты тут фиг поймешь, блин, свой, не свой. Соберитесь и покажите их! Вон, да, потом здесь нахер он нужен. Вальтер. Эти ублюдки меня прижали! Ой-ой-ой. 11 уровня, вылез. Челик, смотри. Тут уже они с самого утра, что ли, играют. Вон, вон, побежали, побежали, гранат кидай! Очень долго граната, она не взорвалась, что ли? Вон он, наверху, наверху! А, он уже спрыгнул. Это тот, который тебя покромсал. Убийца королей. Блять, я хочу специально его жетон забрать. И его забирай. Хорош. Голиаф выпускай. Вон он, справа, 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 справа! Стреляй!
А вот как ездить было. Ты что, не умеешь? А как ездить? Сейчас я покажу, как надо ездить. Смотри. А, я последний. Стоишь, как этот. Барыня. Ну ты хоть не последний в этом. Да не, никнеймы, кстати, не ботов. Далеко не ботов. Может быть, это просто первый уровень, и все равны. Наверное. До четвертого бы дойти, а там уже можно комплекты собирать. Ну и как тебе стопиба, как тебе вообще движение? Ну круто, ну, хорошим в этом, с большой удачей. Ну то, что только с одним и бегал. Я хочу комплекты поскорее открыть, чтобы посмотреть, что там за оружие. Чем-то она похожа на этот Call of Duty Второй мировой, в который мы играли. Да? Что-то есть такое. Отель Рояль. Убийство подтверждено. Так, ну все, сейчас. Это по крышам, по-моему, лазить. Ну-ка посмотри, что тут за комплект другой есть. МП-40. Вот этот скин дадут. Вот этого челика, видишь, в красном берете. Избавьтесь от всех угроз. Переходим к серьезным. Ну так обещают. На, нюхни газу. Мы впереди. Десантура. Ой-ой-ой. Блин, как я его не снимал? Это было красиво, конечно. Такой прыжок. Надо собирать жетоны. Да, это капец, блин. Побежал за жетоном, думал, сейчас спасу. Эй, ублюдки, говорит, иди сюда. Да что нафиг эти жетоны, мне кажется, да? Надо, блин, бегать, стрелять, блин, а не ориентироваться на эти жетоны. Все, я буду теперь аккуратно играть. Я так и слышу эти шаги. А, вон он, блин, крыса. Снич. Все, я тоже так буду сейчас. Вот он, крысятня еще, вот они, второй. Они теснят нас. Игра не успела выйти, так уже крыса развелась. Они подняли перехватчик. Мы уже сосем 17-15. Опять этот пингвин. Мы вышли в лидеры. Держитесь! Ну присядь, что тут скажешь, блядь? Мы отступаем, ублюдок. Не сдаемся. Прижали, сволочи! Писюн. Бдительный, у них огнемет. Ща им огнемет этот засунул. Светчик вылетел, внимание!
позор. Как там меня убил? Вот тут стоял, да? Пусть зайдет только, блин. Блин, зайдет и убьет меня сейчас, по-любому. Не бей их, разведчик. Они шпионят за нами. Сейчас меня... Они получают посылку. Опа, опа, опа. Сосать. Разведчик в воздухе, мы их найдем. Я тут, мне тут показалось, что он... Я... Бля. Это реклама. У нас типа преимущество, говорит. Они внутри здания, я так понял. До хера тут, блин. Крисявых. Ну да, блин, вон оно. Чмырдяй. Разведчик вылетел, внимание! Блин, чмо, чмо. Сука, стоят твари, блин. Писюны. Сосать! Еще один, блядь. Ай, бля. Они получают посылку. Ну я хоть уже не последний. Гуляй, Вася. Ой-ой-ой! Убийца королей. Наступайте им на пятки! Аккуратно, главное прям тактически грамотно. Вот так вот. Вот так вот. Опа. Залутал. Красиво, да, вот так забрали. Вон там нашего тоже убили. Я на гранаткой проверяю. Собираю жетончик. Пусть занюхнут. Крендельки, блядь. Победа, сосать, лалки. Смакуйте. Чё, попробуешь? Победу. Какой режим? Передышка, я вот это тут. Ну не последний. Так, сколько? 10 киллов ликвидации, 10 жетонов собрал. Кстати, я нормально собирал. А, стоять.
Где жетоны? Что? Ну, в тройку вошел по жетонам собирал. Я в основном жетоны собирал. А, у нас, давай посмотрим, комплект открылись. Угу. Да, я так понял, вон. Покинуть лобби. Комплекты, во. Сейчас мы будем оценивать оружие. Что есть? СТГ. На который похож на калашник. А эти закрыты, ну понятно. Тут еще надо. Ну хотя бы посмотрим так. Что тут есть? Волк. Самая легкая коммунистическая винтовка, дающая невероятную свободу маневра. Неплохо контролируемая при стрельбе. Ну это уровни надо прокачивать. Понятное дело, что нет смысла его прокачивать, так как один день, да, по-моему, дают. Покупать, блин, ну я точно не собираюсь. По крайней мере, если он, может быть, через полгода будет стоить, хотя это вряд ли 1500, что маловероятно. Томпсон, смотрите, и он может, кстати, взаимодействовать. Дробовики. МГ-42. Винтовка Град. Трехлинейка советская, по-моему. Кариат. Ну как же без коряка? АМП-40. А чё он закрыт? Я ж вроде с ним воевал. Странно. А, ну это понятно. Ну это как и в Black Ops с этой. Вторая. Во-во, так, интересный перки. Так, доступно только один. Это призрак, бдительность и диверсия. Осколочная и оглушительная граната. Оглушающая граната. Ты чё, как удобнее, с Томпсона или с этого? СТГ. Пистолет только Вальтер. По-моему, это Вальтер немецкий. Ну да, тут, блин, пока что за доступно. Полевые модификации только две. Голиаф, который хер пойми, что делает, да? А что он делает? Так, дистанционно управляемое гусеничное шасси зарядно. Взрывчатки. Работает в течение 30 секунд, после чего взрыв... Понял, это, короче, ты катаешься, и он взрывается. И больше ничего пока. Так, ну чё? А вот, смотри, битва пары. Состязание. А тут вдвоём нельзя на одном экране? Нет. Нету. Чё, давай. Самый низкий у нас. Угу. Ой, это, блин, карта вообще маленькая. Это как на лодке в этом мобильной версии. Ну, сейчас ты хочешь с этого. Не по ходу игры заходишь. Угу. Убийство подтверждено. Устраните все угрозы. Вы готов. Любите сложности? Бля. Они меня прижали! Граната!
Стоп, я думал, я за спиной, а как? Наизи. Давай за каждый килл я тебе часы буду давать. Давай. Ладно, давай. Мы впереди! Чувак. Гранату кинуть прям в него. Не, не считается, должен прям это убить и порадоваться. Он гранату тебе кинул. Я думал, что там стенка просто. Я тебя предупреждал, эта карта очень маленькая. Да тут стенок мало почему-то. Сзади. Кстати, ладно. Не, ну здесь я хорошо сыграл. Держи. Ну да, один килл сделал, типа говорит, хорошо. Один килл на 6 своих смертей. Не шипай. Жетон вернул туда. Ну верни вон, жетон, что, Владик. Да подожди, я не вижу. Прям, стреляй, стреляй. Справа. Так, где он? Сейчас он слева. Они тут как-то сделаны, я не понимаю. За... И немцы, и в скинах бегают за тебя, и американцы. Похоже... Не по фракциям. Вот он, вот он, вот он, вот он. Ну. Да собака ты! Ну что ты такой, блин? Ты так без чипсов сейчас останешься. Он уничтожение. Это выпаивка. Бросай оглушающую! На углах сбавляй темп. Когда ты приближаешься, тебе надо повернуть. Сбавил и прицеливайся. Да он с прицелом. Не беги, блин, как этот, блин, баран, блин, вперед ты. И прицел. Прошел. Прицел. Кинул бутылку! Они еще и крысят, но где-то бесит мне. Приготовился. Тебя сейчас надо. Я так увидел по этому, что он там. Ну пипец какой-то, не надо. Гранатой взорвись. Ты сдохни, какой нахрен гранатой. Они получают посылку. Не-не-не. Кинул посылку. Да сука. Мне кажется, тебе не нехер взорвать. Он ни разу не попал. Я понял. Я... Тебя убивает, я чипсу. Да? Все. Серьезно? Да, начинается. Расплата, я убил. Да хрена с два. Ну он ладно, убил. Ну ладно, ты и я. За мной следят. Да, ну, что убить сразу нельзя было? Он был справа, ты видишь, жёлтая. Я вижу, что это пипец. Сладкая месть. Не убил? Убил. Он сзади. Мне кажется, он там. Смотри, вон. Смотри, справа. Ну как? Ну как ты? Ну блин, я тебе говорю, он сзади. Спасибо, чуваки, подкармливайте меня. Вот он, вот.
Блин, ну это ботяра, не считай. Какая в жопу ботяра? Ну я не знаю, блин, обычная ботяра. Он не видел даже тебя. Он такой, как ты. Слева. Приготовься. Слева. Справа. Вот. Добавили эти скины бы в это. Колобите бомбалы, да? Солдаты. Так, там нет, видишь? Иди направо, иди направо. Ты, я сейчас убью с окна. Надо было не через здание идти. Там, слева. Слева, вот он. Блять, ты же так поднимался долго-то. Вон он, вон он. Заслужил. Пять очков. Оглушающая пошла! Кидаю гранату! Давай, давай. Пришли новые разведданные! Ты мне так без читов поставишь. Ладно, ладно, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Мы ведем, не сдавайтесь! Блин, я так хорошо почти разогнал. Вы ведете, не проследит. Сейчас по-любому, смотри, смотри, прицел, 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 прицел. Ты справил, да. Кидаю гранату! Кидаю гранату! Вон он, вон сзади, сзади, сзади! Как ты их пустил? Ну это я помог тебе. Я увидел его сам. Да хрен из два, ты там не видел. Неплохо так вышло. Бля, моя... они трое там. Валит мне обычно. Бля, не добежал до этого. Ты что, ты толпал? Два очка ведете. Сейчас концентрация. Не успею, да. Уничтожим. Аккуратно. Бросаю гранату! Куда ты прыгнул? Осталось минута 10. Где ты видишь свою работу, там неплохо так вышло. Две задумки. Да. Ну подожди, потом. Они потом получают посылку. Закрепляйте успех. Нихера не сосут уже, блядь, глянь. 8 очков вы ведете. Вот он справа, справа, справа. Ай, бля. Оп. Закругляемся. Время. Девять очков. Блять, я думаю, я... Спасибо, чел. Я не успею убить кого-нибудь. Сейчас внимание, глянь. Вы уже начинаете дурака валять тут. Время осталось. Ну время осталось, ну смотри, сейчас ничего будет и дополнительное время. Нет. Вау. Неплохо ты отработали, бойцы. На победу. 18. Чипсы за победу.
Сколько ты убил? Моё? Ты 17 убил челиков? Да. Что-то мне показалось, не было 17 челиков. Ну ты, мы ж начали когда? Мы начали плохо. Ты 3 килла сделал. И потом я сказал, что чипсы... Глянь, ты уже на 6-й раунд, блин, перетачил. Я что-то хорошо в конце отыграл, прям. Ну я ж тебе говорю, блин, ты как начал тебя мотивировать, так ты и начал играть. Ну что, я думаю, еще парочку каток, да? Ты да я. Я попробовать хочу режим этот. Так, командный бой был. Превосходство это что? Это, по-моему, это. Ну, стоять на одном месте, да, и это. Захватывать точки. А, Б. Я хочу с Томпсоном поменять, попробовать. Выбрать Томпсон. Тут просто не пойми, блин, я вижу чувака, он американец. Я за чуть-чуть тоже, блин, тут походу пофигу. Тут нации, это, хоть немец будет в моей команде, я типа за американцев. Тут, блин, убивать оранжевых, играть за синих и все, больше ничего. Я-то думал, как, это, мы играем за Америку и воюем с немцами. Или японцами. Что у тебя много там первого ранга? Да. Что-то у меня, блин, опять это та самая карта, блин. Не особо мне нравится. Мне понравилось, как у тебя была Япония. Так, что-то уже воюет, и мы уже проигрываем, походу. Так, Томпсон, вперёд, вот он. У-у-у, не, ну это ж... Мотиватор. Сейчас начну. Захватываем Чарли. А, да тут же этот. Чарли под контролем. Идем на точку Эйбл. Берем Эйбл. Они берут Бейкер. Мы захватили все точки. Держать оборону. Я захватил прям точку. Мы теряем Чарли. Идем на точку Бейкер. Они берут Чарли. Мы потеряли Чарли. Бейкер захватывает. Ой, Фатима. Они подняли перехват. Там, блин, жестко, какой-то режим прям жесткий. Ну мы начали, блин, 4-17, да, было? Что такое? Кидаю гранату! Бросаю глушилку! Собак вызвали, блин. Сожжем их! Это наши. Нахер я полез. Чувствую тут жопа, блин. А я... Ля-ля-ля. Точка Эйбл потеряна. Нет, врагов дает мне силы. 1-1. Идем на точку Чарли. Чтоб понимал, кто, он мне дал чипсину размером с ноготь. Берем Чарли. О, блин. Ну это вообще красиво, ты можешь схавать. Да бляха, муха, ну что? Они берут Бейкер. Захватываем Эйбл. Сейчас. Тихо. Мы теряем Бейкер. Точка Эйбл захвачена. Ага. Ом.
потеряли Бейкер. Берем точку, Чарли. Разведчик вылетел. Внимание! Берем Чарли. Мы заняли Чарли. А ты? Башка трещит. Они берут Эйбл. Где эта хрёбаная лестница? Принимаю разведданные. По-любому там. Оглушающая пошла. Они берут Чарли. Он справа. Да? Ну, все уже наши здесь. Точка Чарли потеряна. Как это, блин? Бегаю. Ой-ой-ой, сейчас мне жопу как ранят. Да блин, тут целая это, орда, Туран. Берем точку Чарли. Точка Чарли захвачена. Мы теряем Чарли. Кидаю гранату. Сосай. Мы теряем Чарли. Разведчик в воздухе, мы их найдем. Раунд вот-вот закончится. Поднажмите. Они берут Эйбл. Куда я стреляю? Мы теряем Чарли. Берем Бейкер. Блин, я... Да блин, ну хотя бы кто-нибудь, я не знаю, Они берут Чарли. Как успокаивающе, да? Берут Эйбл. Опа. Прям... Мы потеряли Эйбл. Ебасосинку ему. Хуя. Ага. Греет душу, правда? Бросаю гранату! Кинула глушилку! Ослепил его. Да? Да, стреляй, смотри. Я не понимаю, тут, блин, как-то... Давай. Так вот. Берем точку Бейкер. Давай, 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 давай. Скорее, скорее, скорее. Бейкер есть. Под контролем. Как валенок, блядь, бегает. Хуяк. Че, я граната его оглушил? Убил. Идем на точку Эйбл. Мы теряем Чарли. Опа, опа, опа. Все цели под контролем. Сейчас. Занимайте оборону. Мы теряем Чарли. Мы потеряли Чарли. Да не-не-не, я не убивал никого. Пипец. Ну я, блин. Нечем. Ну ты знаешь, 9 это не 0. Идем на точку Чарли. Они я думал... Эйбл. У нас полный контроль. Держать оборону. Сука, как он мне... Точка Эйбл потерян. Это было, конечно, жестко. Смотри, блядь, он как будто знал, что я здесь. Это походу, разработчики, блядь. Это разработчики игры. У нас преимущество. У нас преимущество? Чего? Да. Уже... Фига себе. Так, ну мы должны прям... Жестко, жестко, жестко. Вот так вот прям. Жестко, жестко. Собаку ослепил свою. Ага. Этот АПК стоит и стоит, блин, вон до сих пор. Они получают посылку. Мы теряем Чарли. Точка Чарли потеряна. Идем на я Эйбл. Возвращаю. Эйбл. Бля, смотри. Но они все равно сосут.
захватываем Чарли. Мы теряем Эйбл. Так, по-любому отсюда сейчас зайдем. Мы потеряли Эйбл. Точка Чарли наша. Это что за херня? Ох, ё. Мне тоже хуй. Глянь, блядь, стоит и стоит. Давно я никого не убивал, кстати. Передо мной все взрывается, глянь, подряд. Я как этот... Рэмбо сейчас. Вперед! Так, сейчас, вот сейчас по-любому. Прицел! Сука, 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 я так и знал. Офиг. Я так и знал, что они там, блин. Уничтожение. Я уже не последний, так что все. Он снайпует. Жесть. Ну ты знаешь, когда я заходил в игру, какой был счет? 4-20? А он стоит вон, давай. Я его сейчас, блядь, вот так трахну прям. Хорош, как сучку была. Прям. Давай. Ой, на, бля. Поймал на перезаряды. Это кто? Это свой. И там сейчас будет сразу. Смотри, за угол. Ага. Идешь, он сразу будет. Вон там. Берем точку Чарли. Блядь, а как наша, блин, пробежала, блин? Ну 18 киллов, так что все. Нормально так. Что за монстр учил вас воевать? Гарри, что за монстр учил меня воевать? Это все Майнкрафт. Шутка. Когда я заходил в игру, какой счет был, Влад? Ни хера, 86 ликвидаций. Первое место. 57. Ну он стоял там, я не знаю, это. Бегал. Он похоже разработчик игры. Что это за монстр? Ты какой режим будешь? Да давай это. Это же. Это были какие-то монстры. Ну да. 87. Убийца. Блин, ну мне понравилась она. Я проиграл только первую катку, когда я зашел в игру. Потому что, блин, меня просто кромсали там. Ну не знаю, два убийства, что я сделал. Да и то я был в этом. Больше так. Сообщение, блин. Писали мне, я и отвлекался. Ну, честно признаюсь, оно очень похоже на вот это. Ну, здесь еще другая, оружие другое это. Ну да, да. Наверное, про либо Первая мировая, либо Великая Отечественная. Ну, Вторая мировая. Вторая мировая. Вот, Сталинград, знаешь. Mm. О, блин, у тебя Сталинград, охереть, блин, а у меня, блин, всякая... это говнокарта, я помню. Прикольная. Это она я уже воевал. Не-не-не, мы не были в Сталинграде, глянь. Так я... Ну, примерно понимаю, что это из прошлой Warzone. Либо какая-то была. А, то же я самое. Помню, Нидерланды, Ахен. Вот, да, вот да? Эти по бокам. Да. Превосходство! Я, например, такая. Защищайте цель! Ну, да, ладно. Надеюсь, вы любите сложность. Захватываем Чарли! Кинул глушилку! Точка Чарли захвачена! Кстати, Томпсон охеренное оружие. Особенно на дальнейшем. Вот он. Бля, он ожидал меня. На позицию. 11-й. Занял. Они берут Бейкер! Бейкер потеряна! Домики, лучки. Захватываем Эйбл. Первая мировая. Сталинград, Первая мировая, конечно. Идем на точку Бейкер.
Ладно. Мы захватили все точки. Лагает. Лагает. Лидируем. Небольшое это. Похоже, вот он. Вот он. А блин, что? А что ты делал сейчас? Вон сзади видишь это. Да и хер на него, блин, стрелял бы, блин. Я на него навел. Вы все базы захватываете, давайте. Я на него навел, стрелять. Давай гранату туда, смотри, видишь, базу захватывай. Гранату туда кинул, все, отошел. Точка ей был потерян. Пульнула она его, да, вот, смотри. Бля. Ну, ослепил бы это, ну. Че ты гранатами не пользуешься? Потому что я не вижу челиков. Ты похер, кинул все равно. Да, да. Проверил, да. А ну мы ж там сидим, блядь, за углом. Они берут Бейкер! Вон, вон, гранату, значит, туда, вон, так, оп! Не запустили Голиаф! Мы потеряли Бейкер! Бля, перенимал. Блин, а что я не хавал, кстати? Тебя же там 10 раз, да? АПК, блядь. Двое! А, он на этом. Блядь, вот они, эти два. Расстреляй. Два Кирилла. Не запустили Голиаф. Иди в жопу. Блять, именно меня эта херня. Ребята, вы что-то сосуд. Не, бля, я вообще не понимаю эту карту. А я понимаю, бегай с краю вот так вот, блять, а не в центр, и все. Что-то я увлекся. Мы заняли Эйбл. Блять, вон он, я только при выстреле увидел. Уфа. Бля, не люблю я длинные карты, мне нравятся короткие какие-нибудь. Давай. На один килл, давай, давай. Сейчас что, сейчас сделай по-любому. Чипсу поел. Берем точку. Заработал. Займи позицию, да, блин, выжидай где-то вон там. Вот, видишь, желтая вот тут загорелась сбоку левом. Значит, он слева. На точку Бейкер. У тебя ж перка стоит, типа, бдительность. Еще и лагает жестко. Вот он, вон он, вон он. Yes. Ты его за все эти убийства, да, решил расплатиться. Хочешь снайпер попробовать? Вот он, вот это твой килл. Нет, не хватит. Захватываем Бейкер. Сейчас смотри, вылезет вот оттуда. Смотри, вот, Леша, ты своими чипсами. Я тебе пока. Ты должен сам был додуматься, что оттуда. У нас полный контроль. Держать оборону. Ну ладно. Я тебе давал туда чипсу, и ты убил. Сейчас еще, смотри, слева. Мне показалось, слева вышел, чувак. Во! Не, ну за такое надо, да. Ты ему гранату какую осколочную закинул? Нет. Похоже, меня засекли. Значит, им убил. Я да. Убил одного. Так держать, у нас есть 156, ни хера не сосуд. Эти ублюдки сейчас меня при... Похоже, меня бросают гранату. Не, ну это был красивый, конечно. Я гранату грохнул этим. Тактически, да. Вот еще гранату. Видишь, что там пидоры. Ой. Бин-бин. Сидят. Ну кто-то есть. Да, конечно, они тут, смотри, выползают, смотри. Минус два. Сейчас посчитаю. Потом, потом. Мы теряем Чарли. Угу. Точка Чарли потеряна. Они на С сидят, походу, уже. Берем точку Чарли. Пришли новые разведданные. Отлично. Гранату. Кинь туда гранату. Гранату. Берем Чарли. Отлично, отлично. Можешь этого. Голиаф прям как раз туда подошел. Поехал. Занимайте оборону. Поехал. Оба. Опа, опа. Они берут Чарли! Давай, давай, взорви! А, взорвать как? Идем на точку. А, я убил, вон. Взорвал, красава, красава, ну это было просто. Мы потеряли Чарли.
дико люто. Б захватывает. Они запустили Голиаф. Вот. Что-то они жестко захватывают, смотри. Берем уже, блин, точку Бейкер. Там и снайпует один крестеныш, снич. Мы заняли Бейкер. Вон он, давай стрелять. Чего не подорвался, блин? Все, подорвался на гранате. А, гранат. Что-то долго Бейкер. Граната, да? Согласись. Угу. Берем точку, Чарли. Зоны две. Вторую захватываем. Мы потеряли Бейкер. Точка Чарли наша. Хорош. Вон он. Слева он уже. Хотел, ты видел, слева, как он. Вон, смотри. Это да, наш. Он слева был как раз. Видишь, желтым загорелось справа. Мы теряем Эйбл. Да, какая пулемет имба, наверное. Мы потеряли Эйбл. Подобрать тебя. Вон он в окне. Я увидел. Видишь, ты начал карту по они краям ходить, как ты сказал, да? Захватывай и они вперед, как этот стукан. И тебя не перестали убивать вроде как. Да ну тебя не убивали, надо тебе чипсу дать для этого. Блять, хуйня ко мне идти. Надо... Проверяй углы. Я говорил, капитан Прайс, проверяй углы. Тут что-то разрывается. Смотри, справа, смотри, справа. Мы потеряли Чарли. Берем. Блять. Что? Меня эти машинки гробаные окружили. Вы ведете 79 очков, а было, блин. Берем Чарли. Вот он. Бля, убил сквозь стену. Убил. Это поты какие-то. Убил. Ну это не фигня какая-то. Захватываем Эйбл. Сейчас еще одну надо. Может снайпу подберешь. Глянь отсюда, прям идеально, а? Ну где она? А он. Трупик. Вон. А, вот почему он меня не убил. Еще немного и мы победим. Ну стал красиво, глянь. Они берут Бейкер. Ну, моя бойца. Мы теряем Чарли. Тебе. Бейкер потеряна. Они одерживают верх. Захватывайте точки. У тебя две гранаты. На точку осколочно? Да. Ну до скольки еще до 200 походу? Да-да. Ну давайте, забирайте. Захватываем Чарли. Ай, блядь, ресторан. Крыса. Бегите на А, вон, смотри. Да вы так нихера не выиграете, вам 3 очка осталось. Захватываем Эйбл. Эйбл под контролем. Мы теряем Эйбл. Я уже не чекаю даже. Все, это выигрыш. Да какой выигрыш, блин? Мы не захватили ни хера. Смотри. Да какая победа? Сейчас крысу убил. Бля, не успел. Ну вы как-то начали вот охеренно, а потом что-то как-то подсдались, да? Да. Ну ничего. Выиграл тут мало ликвидаций. Твой вердикт в игре? Крутая. Ну, бета-версия. 13, 15, 15, 15. По крайней мере, убиваем, да? Mm-hmm. Так, ну что, я думаю, уже можно закругляться, да? Mm-hmm. Вот такая вот бета-версия. Мне понравилась. Какая-то она, ну, она легенькая, какая-то такая, mm-hmm. лайтовая. Особо не заморачивайся. Ну, в принципе, обычная Call of Duty. Так, всем спасибо за внимание. Все, покидаем лобби. Всем пока. До новых встреч.